работает система МММ. Я не халявщик, я партнер. Только сегодня не нужно покупать ни акции, ни билеты. Обмен деньгами идет виртуально, через интернет. Люди делают так называемые добровольные переводы на счета сотрудников МММ, десятников, сотников и тысячников, тех, кого и в лицо никогда не видели. А те также обычным переводом должны возвращать деньги с процентами. Законом такой добровольный обмен не запрещается. В городах края спустя год после запуска системы начали открываться офисы пирамиды. В Краснодаре они работают по 7 адресам. Так приобщают к системе старшее поколение, далекое от интернета. Здесь консультируют всех, кто решил легко приумножить свои деньги. Причем откуда идет прибыль, по-прежнему, как и в 94-м, никого не интересует. Телевизор вы приходите каждый вечер, включаете, да? Как он там устроен, вы же не зазветесь. Просто система работает. Денису 25 лет. В МММ вступил год назад. Сейчас под ним в системе около 5000 человек. Любой банк взять, да, международный, там наш, и заберут в один день деньги, он, наверное, тоже рухнет. Многие воспринимают это как своего рода казино, где, ну, либо красное, либо черное, либо повезет, не повезет, вот именно к этому процессу. Поэтому достаточно тяжело переубедить. Даже вот видели реакцию кубанцев на материалы, которые размещаются в средствах массовой информации, когда звонят и говорят, а чего вы нас учите жить? Мы и так прожили жизнь, мы знаем, мы в этом разбираемся. Вообще для славянской, в том числе, ментальности свойственно ожидание чуда. Получается, никаких претензий у государства ни к этим гражданам, ни к самой МММ просто нет и быть не может. Потому что я понимаю, что это пирамида, и как бы они предупреждают, что гарантий никаких.